сами себя ограничиваем делами, а на самом деле, конечно же, можно было более развернуто. Вечерком собраться, чтобы никуда не торопиться. Я впечатлен огромным количеством встреч, активной работы с жителями. И настойчивость депутатов, скрупулезных знаний проблем, которые есть. И ваше корректное взаимодействие с нашими службами позволяло кое-где не допускать ошибок, а кое-где эти шероховатости устранять. Я в целом хотел бы поблагодарить за такую системную командную работу, чтобы в городе Назарово было комфортно, уютно, и люди себя чувствовали, поскольку сам опека и масштабные мероприятия, которые вы здесь показывали, формирование новых площадок, новых возможностей, чтобы людям выразить спасибо и подчеркнуть свое уважительное отношение к власти. Я думаю, что это нам удалось. Я считаю, что дороги это очень важно, коммуналка экономика очень важна, но возможность людям сказать каждому спасибо. Таких людей огромное количество, старшее поколение. То, что город построен прежде всего комсомольцами, это активисты того периода. Масштабные комсомольские строительства, они сегодня дома, они в серьезном таком возрасте, но они помнят про свой вклад. И главное, что помнили сегодняшнее молодое поколение. И ваша поддержка масштабная, мне кажется, какие-то душевные, теплые, бережные отношения к жителям, как отвечают работу горсовета. Огромная благодарность всем. Ну и, конечно, выборы, они же позади, мы помним, насколько это было важно. И есть много случаев, когда выборная кампания раскалывает общество или там конкретно города. Удалось сбежать. Мне кажется, выборная кампания, наоборот, сблизила и жителей, и объединила, и общество. И это и достойный результат был по итогам выборов. Так что всем огромное спасибо. Ну а те ваши замечания, предложения по корректировке, они всегда у меня на контроле. Хотел бы публично об этом всем подчеркнуть, что мы еженедельное аппаратное совещание проводим вместе, и Ольга Владимировна практически принимает активное участие в обсуждении текущих вопросов управления города и довольно часто и корректирует те или другие вопросы и направления, обсуждаемые на аппарат. Вам тоже огромное спасибо.